Доброго времени суток, мои дорогие друзья, и я вновь рад приветствовать вас на своем канале. Хочу поблагодарить вас за то, что вы начали подписываться на мой канал. Для меня это сейчас максимально важно. И вновь хотел бы вас попросить, подписывайтесь на канал, прожимайте свои лайки и оставляйте комментарии. Для меня сейчас максимально важна ваша поддержка. Без вашей поддержки я не смогу двигаться дальше, канал не сможет продвигаться в топ. Только благодаря вам я буду двигаться дальше. Ну а теперь начнем. О, здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Наши хорошо. Мужчины, здравствуйте. Да, наши тоже нормально. Нормально, ребят. Как слышно, ребята? Кто пушка? Что? Я говорю, пушка, кидай номер карты, кидай деньги. Ты просто че, вообще пушка? Чтобы в жизни было все охуенно, я тебе отвечаю. Обнял. Блять, пацаны. Спасибо. Как ты это делаешь, что ты, блядь, охуенный. Я ебал, блядь. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Очень приятно. Я на это сейчас передёрну, блядь, на эту спасибо песню. Спасибо тебе, братан. Блядь, от души тебе спасибо. Блядь, тебе тоже. Блядь, все девушки тебе дадут нахуй. Я тебе, блядь, отвечаю. Отвечаю, братан. Только молодые, нахуй. Во-первых, пальцы. Очень хорошо работают пальцы. Хорошо. Знаешь, хорошо работает пальцы. Да вообще, блядь, это охуенно. Впрочем, это уже совсем другая история. Блядь, ну это либо охуенно. Не, ну пацаны, ну это топ. Ну, блядь, ну братаны, ну спасибо вам огромное. Но все, вы в ролик попадаете. Я, подожди, сейчас ради тебя сделаю кое-что, подожди. Блядь, короче, вот так держи. Я сейчас, короче, блядь, покажу. Побежать. Я не знаю, что он хочет сделать на данный момент. Тебя. Молодец, я даже не думал, что это норм. Это сделает. Нихуя себе! Я думал, ты какой-то дрыщ. Бля, пацаны, нормально, нормально, нормально. Передний виз, бро, давай. Молодец. Спасибо, пацаны, слушайте, спасибо, огромное вам спасибо. Давайте, парни, дальше я пошел. Да, спасибо за настроение. Бабы давали, и все было охуенно. Спасибо, пацаны, давайте, удачи вам. Ух ты ж. Еб твою мать. Ты какой-то ютубер, да? Нет. Буду понтоваться, что я с тобой общался. Как тебе сказать? Очень хорошо. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Ну да, тут как бы хуй поспоришь. Добрый вечер. Здравствуйте.
Блять, я бы поддержал, но я нихуя не слышу, ребята. Поехали. Спасибо вам, пацаны. Подрочить. Не, нихуя. Мы с добром. С добром? Да. Блять, вот за это спасибо. Я маленький пухленький, и вот у меня товарищ, ему 60 лет, он ветеран боевых действий. Ты играешь что-то? Ого. Ну ничего себе. Вот это прям описано. У нас сегодня была песня самая до слез, которая ВДВшная. Я не Васи. Про войска дяди Васи. Я не пою, но я играю. Ветра, не наша.
Вообще ты молодец, вообще молодец. Оскара! Оскара! Брат, ты как? Ничего кушать. У них стол накрыт. Это перед этим, как говорится, намазом, не намазом, а у них торжество. Они накрывают стол, и они кушают. Дальше у них идет определенный, как у христианин, так и у мусульманин, идет определенное питание. Они должны кушать одно в один день. Я не кушаю всегда вечером. Отец, ты чё, как там, нормально? Здрасте. Здрасте. Как там у вас дела-то, мужики? Да нормально. Чё-то приуныл. Да чё-то как-то не весело. Да, сейчас с мусульманинами общались. Чё сказали? Ну, ни хера они не мусульмане. А чё так? Почему так? Ну, христиане больше знают, чем они. И мне это обидно. У них самая молодая вера, ихняя молодежь пошла не по той ступени, которой надо идти. И это очень обидно. Они не делают намазы дополнительные. Они не делают основные намазы, которые 5 раз в день должны идти. Это просто кошмар. Молодежь, ну... Короче, ладно, давай, сделай что-нибудь, ты же не так просто тут сидишь. Возможно, возможно. Не, ну, наверное, это выступление наше. Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Блин, спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Нет, за то, что ты не прощайся, ты давай мы тебя будем слушать. Давай играй. Не переключайся. Ай, отец, слушай, да, блин, прикольно с тобой было на самом деле. Спасибо за, блин, за отзывы. Спасибо огромное, да. A few moments later.
красава, конечно. Дружище, спасибо. Ой, блядь. А ты что, чисто сок пьешь? Да. Он с изюминкой. Просто я немножечко шалю. Слишком. Спасибо. Ладно, ну, блин, огромное. Ты незамедленно, ты не прощайся, заебал. Блядь. Давай по новой, Миша, все хуйня.